В Москве в институте имени Вишневского умер Александр Галимов. Единственный выживший в авиакатастрофе Як-42 хоккеист Ярославского «Локомотива». Он был в крайне тяжелом состоянии, с ожогами 90% поверхности тела. У института Вишневского находится наш корреспондент Александр Лукьянов. И сейчас он на прямой связи со студией. Саша, вам слово. Да, здравствуйте, Анна. Это оглушительная новость последней минуты для болельщиков, хоккейных, да и для всех тех, кто следил за историей Александра Галимова. 7 сентября недалеко от аэропорта Тунышна при взлете разбился самолет с командой «Локомотива». Выжил только один игрок этой команды, Александр Галимов, и борт-инженер Александр Сизов. Через несколько дней они были доставлены сюда, в Москву. Александра Сизова поместили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Вот Александра Галимова сюда, в НИИ хирургии имени Вишневского. Вместе с ним, спецрейсом МЧС, сюда прилетел и отец Александра. Он все дни находился рядом с сыном. Врачи выводили из медикаментозного сна пациента и давали возможность отцу и сыну поговорить. Медикаментозный сон был необходим для того, чтобы спасти пациента от травматического и болевого шока. Врачи боролись всячески за жизнь Александра Галимова. Они надеялись на то, что молодой организм 26-летнего спортсмена сможет справиться и с такой травмой. Но травма была очень тяжелая. Это 90% ожога тела и органов дыхательных путей. Накануне ему сделала очень трудная операция по пересадке трахеи. Но, как видите, ничего не помогло. И Александр Галимов скончался сегодня ночью. В Ярославле у него осталась супруга и маленькая дочка, 2 лет. Анна. Спасибо. Это был наш корреспондент Александр Лукьянов. Он находится у института имени Вишневского. Сегодня там умер хоккеист Александр Галимов. Сегодня в Уфе пройдет первая игра нового сезона КХЛ. 7 сентября матч за Кубок открытия между Салаватом Юлаевым и Атлантом прервали, как только стало известно о крушении под Ярославлем. В память о погибших хоккеистах Кубок открытия решили переименовать в Кубок Локомотива. С минут молчания будут начинать стартовые домашние матчи всех клубов континентальной хоккейной лиги. На свитерах игроков появятся траурные нашивки. В этом сезоне на ледовой арене не выйдут черлидеры. Все развлекательные программы, которые обычно сопровождают игры, отменили.